Как известно, в нашем районе проживают представители более 50 национальностей. Все они здесь мирно живут и успешно работают. И для того, чтобы сохранить это благополучие, необходимо контролировать актуальные вопросы миграционных процессов и межнациональных отношений. Об этом шла речь на заседании Межведомственной комиссии. Россия тем и сильна, что она может всех объединять, ибо она соприкасается со всеми культурами, со всеми национальностями. Это хорошо понимают и в Славянском районе. На заседании Межведомственной комиссии по межнациональным отношениям была проанализирована ситуация в муниципалитете. Заместитель главы Славянского района, управляющий делами Артем Щеглов, отметил в своем выступлении, что принят целый ряд законов и указов президента России о межнациональном согласии, что говорит о большой важности этих вопросов в жизни страны и нашего муниципалитета. Представляете, сколько указов президента, сколько федеральных законов, которые говорят о межнациональном согласии. И вот в каждом, соответственно, законе есть наши полномочия, которые нам необходимо соблюдать, использовать их в работе, соответственно, достигать необходимых результатов. Это, я же сказал, федеральный уровень. Есть, как вы понимаете, еще и краевые законные акты всевозможные, на которых не буду сейчас заострить внимание, которые мы должны использовать в работе. У нас есть отличные традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Ими мало просто гордиться, их нужно беречь и укреплять. Межнациональный мир – большая ценность. И в Славянском районе, где мирно соседствуют люди самых разных национальностей, очень дорожат существующей стабильностью. Об этом говорили выступающие. Для того, чтобы выполнить план мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики, всем нужно очень постараться. И в докладах, озвученных на заседании, нашла отражение большая работа по всем направлениям. В онлайн-формате в социальных сетях распространяются онлайн-кинолектории, брошюры, видеоролики с профилактикой противоправного поведения. В офлайн-формате проходят мероприятия, посвященные памятным датам жертв терроризма, профилактические беседы со студентами на территории образовательных учреждений. Участникам мероприятия рассказали, как себя вести в случае нахождения на территории теракта, показали видеоролики о проблеме терроризма в нашей стране и мире. Также совместно с общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест» прошла благотворительная акция «Твори добро». Все желающие смогли посетить мастер-класс по изготовлению оригами «Молот мира», который символизирует мир, чистоту и добро. В завершении памятного мероприятия прошла акция «Свеча памяти», где присутствующие зажгли горящие лампады и поставили их в виде словосочетания «Славянск помнит». В Славянском районе накоплен немалый опыт работы по предупреждению любых межэтнических конфликтов. В поле зрения всех заинтересованных служб постоянно находятся вопросы межнациональных отношений. И очень важно, чтобы эта важная и нужная работа велась постоянно. Дружбе и взаимодействию представителей разных народов нет альтернативы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».